Всем большой привет! Всем привет! Мы с Максимом будем вам показывать много-много разных покупок. Покупки, связанные с улучшением домашних условий и уюта. Покупки совершены были в Озон, Валберис и Магнит Косметик. Кстати, сразу скажу, что в Магнит Косметик 15, 16, 17 декабря скидка 20% даже на желтые ценники. Мы ей воспользовались, потому что покупок было много, это была посуда, и решили, что будет выгодно именно в эти числа зайти. Давайте обо всем поподробней. Начну с сушилки двухуровневой металлической. Макс мне в помощь, он будет открывать коробку. Выглядеть она должна вот так. Ну и так она должна быть разобрана. Да, мы ее еще будем собирать. Сейчас посмотрим, как она приходит. Были в двух цветах: черная, белая. Мы взяли белую. И как упаковано, вы видите. Достали из коробки, распаковывай, Макс. Очень понравилась она мне по тому, что было в ней заявлено. И сейчас соберем и к вам вернемся. Здесь есть такой металлический стаканчик под вилки-ложки. Крепление ножки. И сейчас все это. Два поддона маленьких. Один как раз будет, вероятно, вот под этот тем стаканом. Второй под доской. То есть там будет место для разделочной доски. И тоже будет вот такой поддончик. Ну и основной поддон. Ладно, скоро вернемся. Макс прикручивает ножки. И хочу обратить внимание на состав. Не просто есть шурупы, но и для них специальная отверточка. Давайте покажу. Вот как это все дело выглядит. И сборка достаточно подробная. Так, сейчас мы покажем с Валберис и с Озон покупки. Кстати, сушилку мы брали на Озон, потому что там было дешевле по цене. Валберис дороже шел. Мне поможет теперь Денис с этими покупками, потому что я не все понимаю, что здесь. Соединитель шланг на машинку. Ну, самое неинтересное, это быстро можешь показывать. А что интересное? Это хомуты. Шланг здесь большой, поэтому хомуты. Это помпа ставится на бутылку с водой. Качает воду. Ого. Не надо вручную наливать. Бутылка едет. Да, тут. Это к ней все? В комплекте, да, к ней. Угу. Зарядка на аккумулятор. А бутылка у тебя на сколько литров едет? На 10. Это вот приятная штука. Крепится на мойку внутри, под губку. Приклеивается на клей. Клей положили. То есть покупали, не было в составе, в наборе как будто клея, а его все равно положили, это приятно. Были двух цветов, серебро, по-моему, да, и вот черный. Мы взяли черный матовый. Угу. Решили сначала распаковать, а потом вам покажем. Это кухонные принадлежности. Котлеты делать. Это котлеты для бургеров, но можно и обычные. Антипригарное, не должно прилипать мясо. Здесь дополнительные под маленькие котлетки делать. Формочки. Да. И пресс, да? Это пресс. Плотный. Угу. Щипцы. Переворачивать котлетку. Куртку. Замочить белье. Гриль. Да, белье. Ну, в общем, щипцы тоже вещь нужная. И... Нет, фрикадельки, мороженое можно делать. Ну, я думала, ты во врачи пошел.
Интересно, под какие? Ну, например, аппендицит вырезать. Это накладки подножки стиральной машины. Он убирает вибрацию. Это клей хороший. Размягчается при нагревании. Поэтому, хотя он сильно застывает, это эпоксидный клей, но размягчаемый. А так покажи, вот не открывая. Что... Это стамеска. Минуту. Большая. Вот это, ага. Все, еще что-то. Это бумага была в комплекте с котлетами. И вот это силиконовый плинтус на столешницу между столом и стеной. Прозрачный взял. Все. Вот такие покупки получились. Вроде как и важно. А с другой стороны, кажется, да, куда деньги спустили. Но еще едет. Кое-что еще едет. Та же бутылка. А мы сейчас с вами будем смотреть дальше мойку. Так, пока мы показывали с Денисом покупки, у Макса тут уже работа кипит. Остались, в принципе, боковые стенки. И выглядит все это вот так. Ну, сейчас поставит, покажет. Ножи, да, крючки. Вот это крючок. Отлично. Так, принесли мы сюда то, что является элементами кухни. И первое, что мы взяли в Магнит Косметик, это были вот такие глубокие пиалы под первое. И удобно тем, что можно наливать немного и не будешь проливать. Очень удобно, они встают эту сушилочку. Их 6 штук взяли. 6. Очень удобно, прочно держится. И еще много места. Можно кружки потом сюда поставить. По тарелкам уже мелькают. Взяли в прошлый раз, мы брали вот такую фикс прайс. Она всегда под конфетки на столе. Такая треугольная, интересная. Магнит Косметик. Вот таких двух рыбок взяли. И взяли две большие тарелки. Это когда мы роллы заказываем, либо торт надо выложить. Цены не озвучиваю. В Магнит Косметик они бывают и на скидках, бывают и по черному ценнику, по желтому. Но сегодня 20% была еще и скидка. Следующий набор. Мы брали их под второе. Очень удобно и под спагетти. И когда второе гарнир с салатиками хочется в одну тарелку. Они достаточно такие глубокие. И вполне себе симпатичные. Тоже 6 штук. Смотрится симпатично. И еще один набор. Это как бы под второе, когда надо немножко. И вместо блюдцев. Как правильно, блюдцев? Блюдечки. Ну, в общем, такие вот блюдца. Блюдца. Да. У них очень интересные орнаменты идут с других, с другой стороны. Вот видите. Ага. Вот эти блюдца. Эти полосатенькие. Тут такие же, как у блюч. Как у блюдец. И таких 6 штук. Место еще осталось. При желании можно еще что-то нейтральное, среднее. Вот так все получается.
плюс подкружки. Рыбки. Макс сказал, что фрукты будут с них есть. По-моему, очень красиво. Давайте я сама тоже что-нибудь сделаю. Ну, красота. Мне очень нравится. Ну и последнее, что мы взяли для дома, для кухни, когда уже будут столешницы, для антибактериального мыла, которым я часто тряпочки кухонные стираю, и для жидкого мыла такой дозатор. Пока все наши покупки мы вам показали. По-моему, симпатично. Так, мы котлетницу-то разобрали. Вот она еще и тут и откручивается. Это пресс, чтобы делать, например, котлеты по-киевски. То есть запрессовать до серединки, потом начинку и потом допрессовать полную котлетку. То есть вот так. Ну и маленькая тоже есть. Вот, а то не все сразу показали вам. Решила вставочку сделать. Так, следующее включение. Так как у нас теперь будет столешница, то газовую плиту мы будем, ну, наверное, продавать. Приехал уже духовой шкаф электрический. Денис, нажми на пару кнопочек, покажи нам. Черненький, блестящий. Можно выбрать режим, включить, чтобы случайно не сбить, утопить. То же самое. Вот, красавчик. Три стекла должно быть. Не нагревается. Я не знаю, может. Мне понравились ручки с боков. Его так нести удобно. Так, и сейчас еще кое-что покажем. Так, Валберис. Что у нас тут приехало? Ручки. Ручки на мебель. Мы будем сами ящики делать, какие нам удобны. Давай одну покажем. Упакованы классно. Угу. Металлические, прям железные. Такие, мне нравится, что они тонкие достаточно и такие симпатичные. Выбор был разный, но на черных остановились. Железный металл тяжелый. Угу. Тут это оба пакета с ручками у нас, да? Да, 10 ручек. Угу. Так, коробочка. Коробочки. Скрытая розетка. Так оно утапливается в столе, крепится к верхней части, сверху будет только вот это и кнопочка. Так она раз, таскивается. Над столом. Тут две розетки и два штекера подзарядки. Да, USB-A и USB-C. Угу. Так оно утапливается. Были на три розетки, либо вот такой вариант, но этот круче вариант нам показался. Розетки не торчат, при необходимости просто вытащат, пользуешься Урал. Угу. И запасная обувь даже есть. И, кстати, если вода будет попадать, она в саму розетку не будет попадать. Да, она стечет мимо. Да. Туда. Угу. Так, что еще интересного было? Да вроде все. Вот запасная еще крышка не есть металлическая. А, да, в комплекте шла. Это, видать, если поцарапается, то не знаю. Так, и два полотенчика это мы взяли для рук в ванную комнату. Ну, под цвет
наших панелей в магните. Магнит косметик. Вот такие 30 на сколько они? Кто видит? Не помню. 30 на 60 или на 70. Вот. Ну, в общем, вот такие два полотенца. И Макс себе сладости на Валбере заказывал. Шоколад Мерси. И мини. Вот такие лакрицы, как они называются. Так вот. В общем, Макс себе лакрицу взял. Все. Давайте этот влог я остановлю. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, со мной, ну, с нами даже было интересно, потому что получилось показать вам и новую посуду, и для ремонта наши заготовки, которые будут необходимы при стройке. Так что буду прощаться. Всем прекрасного настроения и всем пока!